друзья. Тут на Медне стало известно, что государственное киевское конструкторское бюро «Луч» совместно с корпорацией «Украинмаш» начали ходовые испытания в зимних условиях первой серийной пусковой установки противокорабельного ракетного комплекса под поэтическим украинским названием «Нептун» на шасси «Татра». В ходе этих испытаний была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях. Для тех, кто не в курсе, то контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун» был подписан между Министерством обороны Украины и КБ «Луч» в конце 2020 года. Его передача ВМС Украины намечена на первый квартал 2022 года. В состав такого дивизиона, кто не помнит, входит 19 спецмашин, по 6 пусковых транспортно-заряжающих и транспортных машин и 1 подвижной командный пункт РКП-360, а его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360. Также стоит добавить, что в конце декабря прошлого года стало известно, что Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона «Нептун», а в целом военные планируют приобрести от 3 до 5 дивизионов. Короче, друзья, первый комплекс «Нептун» до лета станет на боевое дежурство, а ведь от ребята как-никак 72 ракеты, которые на расстоянии до 300 километров могут, как мы это иногда называем, ускоренно отправить в экспедицию за амфорами 72 не имеющих аналогов в мире агрессивных плавсредства. Так что, это, друзья, хорошая новость. Или, как мы любим говорить, целое зачетище.